Во Дворце детского творчества для социально незащищенных и детей с ограниченными возможностями здоровья провели новогодний утренник. Там приняли участие более 200 ребят, организовали акцию «Северо-Остинское отделение Красного Креста». Праздничным настроением и ощущением волшебства детей заряжали новогодние персонажи. Это Дед Мороз, Снегурочка и символы наступающего года. На празднике всем детям раздали новогодние подарки, а после в актовом зале Дворца детского творчества детям показали новогодний спектакль. Такие акции регулярно проводят совместно с Министерством труда и социального развития республики. Настоящий год, уходящий год 2018, это был объявлен годом волонтера. И поэтому в течение не только всего года, в принципе, работа Краснокрестная – это работа волонтерская. А особенно в текущем году волонтеры принимали самое активное участие. И особенно я хотела бы отметить волонтеров педагогического института, где ректором является Кучиева, где они принимают самое активное участие. И в учебе они активно обучаются приемам оказания первой доврачебной помощи, оказывают помощь в проводимых мероприятиях. Вот и сегодня вы видите, что наши волонтеры находятся в жилетах с логотипом Красного Креста. И они будут нам помогать в проведении этого массового мероприятия.